Ребята, мы с вами находимся в Калязине. Вот. И была тут у меня задумка попасть вот на ту вот колокольню, которая затоплена. Но у меня так и не получалось, потому что нужно было преодолеть как-то воду. Сейчас вода замерзла, и мы попробуем это сделать. Вы представляете, кого мы тут встретили? Супругу мою. Это. И давайте мы у нее спросим, а что она здесь делает? Надюшечка, ты что здесь делаешь? Любуюсь. А чем? Природа. Ну, значит, надо сходить туда и посмотреть, что там. Ты не против? Мне страшно. Пошли, не очкуй, будет все нормально. Сейчас будет все путем. Видишь, тут даже на машине ездили. Короче, меня тут все бросили. Я один рискую идти по льду. И чтобы дойти до этой церкви. О! Можно же было кататься. А чего я не катался? Неизвестно. О, на льду трещина. Тут вообще кто-то воронки делал. Эта постройка очень старая. Ничего себе, мечта моя сбылась, я уже дошел почти, почти дошел. Сейчас мы обойдем вокруг, чтобы было ясно и понятно. О, берег тут песочный. Тут вот закрыто, заварено. Даже вот железка какая-то валяется. Ничего на ней не написано. Там вот тоже заделано. Получается, что внутрь мы попасть не можем. Да? Вот так вот забетонировано. Ушла земля, засыпана она, я не знаю, сколько ее там внутри, и вот так. Зайти мы туда не можем, да? Все закрыто. Да, облом. Вон меточка стоит. 16.03.26 года. Трещина пошла. Лавочка вот тут есть. Причал есть вот такой вот. И, к сожалению, я не смог попасть внутрь. А я очень хотел. Да. Очень хотел попасть туда. Чудо как там. Это надо было сюда с лестницей приходить. Ну, либо подкоп делать. Других вариантов нет.
печально. Очень печально. Ничего не остается, как уходить отсюда.